Почему я не получаю благословение? Да в голове, допустим, сори, что вас перебиваю, нарисована картинка, ага, так, как тебе кажется должно быть, но ты как бы... Живите как бомжи, не ищите работ, а вот, Бог позаботится. Почему Христос не пришел во время Медоперсидского царства? Персы бы его схватили, убили бы. Что, персы намного лучше римлян, что ли, были? Александр, сегодня будем рассматривать второй урок, который называется «Божий завет с нами».